Привет, YouTube, привет, подписчики и гости моего канала. Значит, продолжаю построечку мини-тракторка. Да, два слова мини. Мини-трактор. Делаю его самым маленьким, что возможно. Там вот ссылочка вот здесь вот сейчас будет. Первая часть, да, как я его планирую. Если кто не видел, посмотрите. В общем, не буду ничего рассказывать, показываю. Есть зазор 2 сантиметра здесь, 2 сантиметра здесь оставил, как и планировал. Что получилось у меня по колее? По колее вот цепляемся сюда, даже можно вот сюда вот так зацепиться, да? По колее 62, ну пускай 63. Вот по краю сейчас зацеплю рулетку, растяну побольше. Во. По краю, значит, как его правильно там поставить, так чтобы вот край колеса, получается 78, то есть в размер 80 я уже вписался. Пускай там по сантиметру, я до миллиметра считать не буду, но планировал не шире 80. Вот оно у меня так и получилось. Так что дело движется. Вчера только ходил, думал, сегодня уже укоротил мост. Впрочем, если интересно, можете продолжить смотреть видео. Я там более-менее показываю, как я это делаю. Кому не интересно, можете, можем попрощаться, мужики. Пока. Все, ребят, смотрите, как я обрезал, как укорачивал. Погнали! Итак, запер я мост на верстачок. Сейчас буду разбирать его. Ну, прежде чем разбирать, колеса раскручивать, посмотрю, где мне резать. Вот берем более-менее что-нибудь такое ровное, да? И прикладываю к резине. И получается, что рез нужно делать по краю сварки с этой стороны. Это чтобы мне было проще высчитывать нужный мне размер. Здесь выходит то же самое. Вот. То есть здесь касается, здесь к резине касается. И, соответственно, рез уже пойдет по наружу сварки, будем так говорить. Я не знаю, как это правильно. Вот. Сейчас я снимаю колеса, снимаю барабаны, снимаю полуоси, снимаю редуктор быстренько при помощи болтоверта. Все это упрощается и ускоряется процесс в 1000 раз. Будем резать чулок. В общем, барабан напрочь отказывается слазить, поэтому газовый резак. Сейчас нагреваю барабан, не ступицу, не полуось, а барабан вот здесь нагреваю без фанатизма, и он должен соскочить. Thank you.
все. Это уже было сломано. До меня. Так, ну смысла дальше не вижу снимать, все пошло. Сейчас я его уже сниму с колодок и продолжим. Так, значит, вставил полуоси и надо вот замерил вот это вот расстояние. Здесь ровно 2 сантиметра, чтобы потом, когда это все дело обрезал и вымерял, то столько, сколько мне нужно. В общем, обрезаю. Так, вот эти флянцы я отрезал, пометил. Здесь одна риска. Вот. Также же на стопка с той стороны есть риски. Значит, выставил по центру 6,6 здесь. Ну и соответственно 6,6 здесь. Флянец будет чуть-чуть смещенный, но у меня там все это будет нормально. Значит, буду резать по над этим креплением. Здесь остается ровно 2 сантиметра. Вот, колесо будет стоять 2 сантиметра. Вот рамы сюда. И, соответственно, здесь 2 сантиметра будет. Значит, здесь у нас получается, как вам показать, вот от линии, вот от линии реза до края 33,5. Ну, соответственно, то же самое вышло у меня и здесь. Вот 33,5. Сейчас мы это дело вырезаем и укорачиваем полуоси. Полуоси будем укорачивать, соответственно, сколько вырезали, столько мы полуоси укоротим, чтобы все сошлось и получилось. Так, отрезал 2 куска, они абсолютно одинаковые. Вот, и осталось у меня здесь, значит, до сюда ровно 15. Ну и соответственно с этой стороны тоже ровно 15. Полуоси будут одинаковые. Вот такая вот штукенция. Все, сейчас мы это дело укорачиваем полуоси и будем варивать вот эти штуки. Как-то так. Здесь у меня мечено, и здесь вот мечено. Здесь один рез делал, вот он один рез. То есть вот этот рез поставлю до шва напротив. Также, соответственно, чтобы там ничего не вымерять, вот эти 2 ставлю напротив. Все, то есть шов напротив шва, и здесь шов напротив шва. Тогда болты, барабаны станут так, как надо. Вот такая вот штука. Итак, теперь самое интересное. Это нужно нарезать шлицы. Вот 2 полуоси. Но, скорее всего, я их трогать не буду. У меня есть вот такие вот полуоси. Лежат без дела. Это сломанная. Шлицы здесь оборвала. Была точно такая же. Но они длинные делалось. Это все на тот трактор. Вот почему сломала. Там есть видосик про поломку. Вот. Наверное, их обрежу, обточу и нарежу на них шлицы. Пускай походят еще. Промерять буду вот таким вот, такими шлицами. Это шлицевая часть с наружной гранаты автомобиля ВАЗ. Передний привод. Вот. Отлично подходит. То же самое, что и в редукторе шестерня. И даже, скорее всего, я ей и буду нарезать. Не только промерять, но и нарежу. Возможно, это будет самый быстрый и самый необычный способ. Такого способа я что-то в интернете и не видал.
В общем, сейчас попробуем. Итак, процесс нарезания шлицов идет. Вот. Видно, не видно? Вот настолько уже нарезал со всех сторон. Итак, полуоси готовые. Значит, одну полуось я нарезал шлицы. Вот, которая была обломана. Вот такая вот коротенькая получилась. А вторую, которая была подлиннее, я ее сварил. Сварил таким вот образом. Запилил на клин под 45 градусов. Убрал то, что мне не нужно, пока она горячая. Вот, потом это все дело выставил, соединил на две точки. Все это вроде, как говорится, точным прибором на глаз отцентровал и заварил. Вот, выбрал фаски с двух сторон, там и там. И все это от самого там корня, будем как это называется правильно, наверх, наварил, зашлифовал. Вот и проверим, что крепче. Сварка, нарезанные шлицы вручную, или же это шлицы мне точил токарь. Это нарезанные шлицы на токарном станке. Вот. Заводские полуоси я не трогал. Вот они как висели целёхоньки, так и висят. Впрочем, посмотрим. Если вдруг что-то где-то не выдержит, сломается, изготовлю новую полуось. В зависимости от того, что именно должно сломаться. Либо нарезанные шлицы, либо лопнуть по сварке, либо обломить, как у меня уже было. А у меня было за токарем нарезанные шлицы. Так что, в общем, в этой полуоси, конечно, я не уверен, но что не сделаешь ради того, чтобы узнать, работает действительно эта сварка или не работает. Никогда так не делал, но решил все-таки попробовать. Все, сейчас солнце еще, в принципе, высоко. Успею варить эти флянцы. Вот.